Всем привет, друзья, с вами канал ZebrixPlay. Хочу попросить вас ввести промокод. Нажимаем F5, промо-акции, использовать промокод. Пишем промокод Brix, получаем 30 миллионов, когда отыграем 4 часа на сервере. Ну а мы переходим к ролику. Итак, это обзор на Ferrari для Ferrari Aperta стоимостью 30 миллионов долларов. Так, вот оно. Предлагаю прокатиться до его с кастомс. Как обычно, в целом. Еще, я думаю, что я сравню эту Ferrari с другими Ferrari, которые тут есть. Поэтому посмотрим сейчас тюнинг и поедем тестировать скорость и управляемость. Так, в общем-то, тюнинга особо никакого нету в плане кастомизации, только вот я диск решил поставить такие же, как я обычно ставлю на другие машины. В целом больше ничего нету, поэтому поехали прокатимся на ней. Ну, по управляемости она в целом на дороге держится, пойдет. Не буду разгоняться до максимума, как обычно, доеду до прямой тогда уже, и тогда уже будем тестировать скорость. Пока что просто прокатимся. Меня вот чуть не сбили. Так, ну все, предлагаю встретить уже на прямой. Так, тест скорости для Ferrari, поехали. 100, 200, 300 километров, 350, 400, 450, 470, 480, 480. Скажу даже больше, она едет почти 500 километров в час.